Ведущий солист Академического украинского музыкального театра Владислав Черников блистает на сцене. За это время сыграно более 30 серьезных ролей, острохарактерных и комических. Исполнено множество арий, романсов, джазовых и эстрадных произведений. Яркий сценический образ – это огромный каждодневный труд. Если для зрителей театр начинается с вешалки, то для актеров – с гримерки. Веера и шляпы, пиджаки и фраки. Только кажется, что здесь царит хаос. Правильнее будет сказать – творческий беспорядок. Я хочу вам показать одну вещь. Вот это моя жилетка со спектакля «Цыганский барон». Вот такая красивая. Это моя жена вручную вышивала все. Вот видите, краски. Вот. Сколько ей лет? Это уже лет 15, наверное, то и больше. Она еще в деле? Ну да, да. Вот. Ну, сейчас, правда, я уже немножко из нее вырос, но ну, красиво было. Такая роль Сандора Баринкая была такого. Сейчас уже Владислав Черников – заслуженный артист Крыма и Украины. Имеет множество грамот и наград. Но именно театр сделал меня тем, кто я есть, говорит артист. Здесь пережиты ярчайшие моменты в жизни. Здесь произошли судьбоносные встречи. Он благодарен и театру, и моей жене, которая в этом театре, которую я встретил в этом театре, вот, которая подарила мне двух сыновей, которые тоже выросли и растут в этом театре. Вот, всей труппе, собственно говоря, потому что без коллег, без коллектива, как-то один поле не воин. Здесь Ильин играет еще, так сказать, поддержка друзей, поддержка коллег на сцене, что немаловажно в этой жизни. Вот. Ну, естественно, новые постановки, новые идеи, воплощение этих идей, как это переживание, подготовка к премьере. Это все процесс, который вот ежедневно происходит, как вот, процесс жизни. То есть та жизнь, которая кипит, бурлит, вот. Это и захватывает, собственно говоря, в театре. Это, без этого их нельзя. Это как вот хороший такой наркотик для артиста. Вот, жить в этом процессе творения, постоянно вот что-то искать, что-то создавать. Помимо творчества, Владислав успевает заниматься и общественной деятельностью в театре. Вторично был избран председателем правкома Украинского театра. Мне нравится, в принципе, эта работа, потому что я чувствую эту ответственность, и люди надеются на меня, и как-то так очень почетно, но ответственно одновременно. Но, слава богу, справляюсь, и у меня прекрасный профсоюзный комитет, который помогает. Им большое за это спасибо, и мы, в принципе, достойно несем наше профсоюзное знамя. Начинается с малого. Так, для трехлетнего Владислава папа купил первое фортепиано. На том самом немецком Волькенхауэре начала 20 века артист иногда до сих пор музицирует.
На этом музыкальная карьера только началась. Почти 10 лет Владислав пел в хоре мальчиков во Дворце пионеров. Бывали даже выезды за границу. Поступил в Симферопольское музучилище на хормейстерский факультет. Потом была консерватория в Одессе, а после ее окончания – поступление в Джулиардский оперный центр в Нью-Йорке. Никогда не останавливаться на достигнутом, повышать свой уровень, быть лучшим, быть эталоном. Владислав Черников поет во многих театрах и концертных залах Европы. С Крымским камерным хором и ансамблем песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота посетил более 20 европейских стран. В репертуаре есть произведения на английском, немецком, испанском, итальянском, французском, цыганском языках. Сейчас осваивает бразильский. Постоянной работой над собой, как бы ранжиров, и ищем такие интересные моменты для того, чтобы разнообразить, и чтобы это было интересно. А, что-то новенькое, да, о, вот здесь он, допустим, что-то свое привнес. То есть как вот художник, да, он ищет краски на мольберте, да, там на этом, вот он ищет, на что какую-то свою краску, как там Мане или Дега, вот это его, да, мазок, там это вот стиль, да, как вот угадывает художника по стилю, там сразу там с первого даже не надо читать, кто подписан. Так же самое и певцы, и исполнители, не только вокалисты, там и оперные певцы, эстрадные, вот и инструменталисты в каждом стиле, в каждой своей манере исполняют. Владислав Черников гастролирует с концертами по всему Крыму. Музыка действительно лечит. Совместно с Министерством здравоохранения даже была разработана специальная программа «Доктор Шоу». Которые вот они с удовольствием ездят, и не все могут там из тех районов приехать, там из глубинок и к хорошим врачам попасть. А тут, пожалуйста, бригада прекрасных врачей, лучших, я считаю, приезжают из Крыма и обследуют там, допустим, всех, консультации бесплатно дают в селах. Вот. И тут же вам концерт, тоже бесплатно, я с удовольствием это делаю, не надо ничего, не боже, ну вот это да. Мы назвали это «Доктор Шоу». Вот уже больше 60 концертов за эти последние 3 года. Мы уже до 50 считали, сейчас уже перестали считать сколько. У меня даже диплом есть, почетный арт-терапевт Автономной Республики Крым. Главная задача – дарить свет и радость людям. Без этого нет артиста. 2 часа спектакля или концерт для зрителей должны пролететь как единое мгновение. Вы когда-нибудь задумывались, как вы дышите? Если я начну думать, боже, как я дышу. Вот я не задумываюсь, как я пою. То есть я понимаю, что да, процесс идет, это там, целый организм, это целая механика, все, как это происходит. Но уже доведено все как бы до автоматизма, и то есть я не задумываюсь, я в этом купаюсь. Это вот
Наслаждение, да. Конечно, это пение, это тяжелый физический труд, очень тяжелый. И мы мокрые и потные выходим с эстрады, со сцены, вот, и мы по 2 литра, как говорится, по 2 килограмма теряем веса, так, за хороший спектакль, особенно так, когда вот так вот мокрые все. Ну, можете, по 2 раза меняем там майки, одежды. У крымчан есть возможность почувствовать себя настоящими европейцами. Приезжая из очередной заграничной поездки, надышавшись Европой, Владислав Черников реализовывает новые идеи на подмостках украинского музыкального театра. Ведь мы ничем не хуже культурно богатой Европы. Passate così, можем показать многое, у нас прекрасные артисты. Публика слышит ту музыку, которая только где-то по радио или там 20 лет назад на пластинках. А это живьем исполняется в родном городе Симферополе. Это все есть, это очень важно. И чем больше этого будем делать, тем богаче будет и наша публика, и наш театр. Это еще одна хорошая такая, как говорят, фишка, вот, которая, за которую не стыдно. Я очень горд, что мне удается это делать. И моей жене вот, большое спасибо.